Сделать производство эффективнее, найти новых поставщиков и заказчиков. Ульяновским предприятиям помогут коллеги из Центра поддержки инжиниринга и инноваций и Инновационного инжинирингового центра. С руководством двух некоммерческих организаций подписал соглашение губернатор Алексей Русских. Начнется совместная работа по поддержке технологических компаний региона. Работа в этом направлении в регионе уже идет по нацпроекту «Производительность труда». Национальный проект «Производительность труда», вот Игорь, кстати, Владимир еще ведет, он дает очень хороший результат. Где-то в два раза сокращается там, время на производство деталей. Складские остатки на 60-70% уменьшаются. 40 предприятий области уже включились в реализацию национального проекта. По оценке Минэкономразвития России, эффективность работы с промышленными предприятиями региона по достижению основной цели нацпроекта составляет 100%. В следующем году вместе с коллегами Центр развития промышленности Ульяновской области начнет работу с крупнейшими предприятиями УАЗом и Авиастаром. Я уверен, что наши коллеги, которые сегодня присутствуют, дадут дополнительные возможности Ульяновской области для того, чтобы, во-первых, найти таких поставщиков, во-вторых, выстроить систему доращивания этих поставщиков через финансовые инструменты поддержки. Таких компаний у нас достаточно много. В том числе коллеги уже побывали на производствах и заинтересованы в работе. На встрече в правительстве обсуждали возможности реализации программы доращивания и грантовой поддержки УАЗа и филиала ПАО «ИЛ Авиастар». Также обсудили механизмы сотрудничества между ведущими российскими предприятиями и крупнейшими заказчиками в области импортозамещения и внедрения инновационных решений. Анна Тищенко, Улправда ТВ.